В Балакове полным ходом идут работы по благоустройству общественных территорий. В этом году приведут в порядок 5 зон отдыха. Это парк в первом микрорайоне, детский парк в Жилгородке, набережная судоходного канала со стороны первого микрорайона и со стороны улицы Титова, а также сквер по улице Бульвар Роз. И поскольку балаковцы особенно переживали именно за набережную вдоль улицы Титова, то мы решили посмотреть, как там проходят работы. По проекту здесь появится пешеходная дорожка с покрытием из тротуарной плитки, а также лавочки и урны. Площадь у нас 1058. Брусчатка у нас идет на протяженности 700 метров. То бишь, длина у нас общая. Вот она у нас продолжает, вот у нас начинается. Вот у нас протяженность, она идет. Вот выход будет вот к старому пешеходу. И к Волге подъем здесь. Сейчас подрядчик «Спецавтотранс» устанавливает бордюрный камень. Кроме этого, рабочие уже приступили к укладке тротуарного покрытия в начале аллеи, там, где бетон, закрепляющий бордюры, уже застыл. Сроки немного не укладываемся, так как у нас погодные условия, сами понимаете, какие непредсказуемые. Вот. Ну и плюс это доставка из-за коронавируса. Брусчатка у нас с Самары идет. Брусчатка не вся приходит вовремя. В течение недели, я думаю, все силы сюда направим. Плюс еще бригады работали у нас к 9 мая, к празднику, к Дню Победы. Поэтому сейчас они все бригады сюда и в течение недели сюда кончат. Эту часть набережной любят балаковцы, которые занимаются спортом. По утрам жители ближайших кварталов совершают здесь пробежки, а зимой катаются на лыжах. И их пожелание, чтобы параллельную дорожку, которая находится не в очень хорошем состоянии, также привели в порядок, приспособив ее для катания на велосипедах.